так что я особо не думаю об этом. На вопрос, насколько важно в Америке представлять Россию, Дагестан, Хабиб ответил: «Меня это очень сильно мотивирует. Меня там называют русским, они особо не разбираются. Дагестан, Кавказ, Сибирь, им без разницы. Они называют русским, который выходит в теплой шапке. Думают, что у нас всегда холодно и у каждого дома есть медведь», — сказал боец. «Я думаю, что мы увидим великолепный бой, но, как по мне, Хабиба может победить лишь сам Хабиб», — говорит главный тренер АК Хавьер Мендес из